Привет. Здорово. Перекиньте на канал. Здравствуйте. Привет. Алло. Радио Турка. Алло, это кто? Что, блядь? Отлично, вот ты. Хорошо, начинается. Да нормально, ну, значит, нам надо копать. Да почему все пиздец? Ключи, карта говна. Это сквад, и теперь уже от лица Рики Сонекс. У меня есть 3 видоса по скваду, но они от лица Белова, Егорки, твоего со-админа. А, и, кстати, сегодня еще одно историческое событие. Я в паблике выпустил, наконец, пост и видел. Наконец-то. Про КС мем это. Кстати, ты, по-моему, там уже был одно, нет? Я тебя слышал. Не помню. Был. Редактор, может. Ну, неважно. Блять, еще почему-то на песчаных картах у меня постоянно графика хуйни, хуйня прям. Я не знаю, почему именно на песчаных. Вот у нас стоит, давайте сразу по машине. Ой, что за прищепочник у меня на складном? Вроде должны все влезть. Это я. Блять, должны все влезть, блять. Погнали. О, охуенно. Ну ладно. Я заснулась. Да эти пустыми картами задолбали уже. Не влезли в складной. Очень трудно играть в склад. Давай все разговаривают. Запрыгивай. Мы, кстати, играли в Roblox. Да ну, задница. Что это? О, это классно. Склад, который похож на Call of Duty. Похож на Roblox. Негр курит. Теперь только сабу. Да. Ну давайте вот. Они только это и делают. Ну, траву, а они просто сигареты, мне кажется, не уважают. Еще он нравится. Так, вдруг это трава. Под маскировкой. Дура. Эти подготовка еще это, блядь. Ну давайте сначала вам роли раскидаю. Смотрите, право. Право руку. Так, управо. Окей. Что ты делаешь? Я рисую открытку маме на день рождения. Да, я с какими-то детьми, что ли, сижу? Да. Блять, ты до чего докатился канал Old Gaming? Пишет летсплей с детьми. О, вот открытка-то. Есть же. Самое настоящее, самый настоящий подарок за бумажкой скрывается. Здесь из не детей, только Рикисон и цветочки. Да, кстати. Матвей меня, кстати, старше. Между прочим. Матвей ребёнок вообще. Рисует. Матвей ребёнок. Стоять нахуй, я не понимаю. Я не ребёнок. Так, блядь. Нихуя, ты у меня на 200% стоишь, блядь. А, это, я типа у тебя ору, что ли? Ага, ну да, пошёл он нахуй. Чуть-чуть. Мы на первую точку едем. Я думаю, что за хуйня, сейчас я сквад буду. Я еблан. А ёбаный насос! Мне кажется, зрителям понравится такого формата контента. Запор. С подключением, господа. Пандемия играть умеешь? Пандемия? А что это был за звук? Рикисон. Рикисон! Меня. Я не ребенок вообще-то. Фига у тебя пинг. Я вообще не слышу. Сядь. Так, смотри. В смысле ты не ребенок? А кто ты? Я не ребенок, у меня уже даже с девочками я веселился даже, да. Ну-ка, что за да, Матвей, верим. Мы сейчас едем на центре, у нас есть... Рикисон даже еще не веселился, а ты мне что-то рассказывай. Мы ставим там фобу, мы ставим там хаб. Ты рассказывай. Нет, я камон, даже я, еще ничего не делал, а вы уже, да, я верю. Ты не знаешь так, просто... Блядь, я не могу, когда сквадик в одной разговаривает, и вы, блядь, все пятером. Так замуть этого носатого или какого там. Я вот где мы? Ну, в сквадик, в смысле. Носатого? Это метеор, знаете, команда такая, хоккейная, вот там. Носатые. Да. Рикисона забыли, кстати. В курсе? Да. Да это на это еще да. Расчет. А почему ты. Ребята, подберите! Сука. Так, друзья, почему все уехали? Сопля, погоди. Ты что, дебил? Мы первые проедем.
если там ничего не будет. Офигенный ролик получается. Погнали на другой сервер. Да. А, стоп. Куда? Стоп, ты еще и ролик записываешь в это время? Я пишу ролик, да. Я ролик пишу. Передайте привет YouTube, ёбан. Вы в истории, господа. Реально? Нет. Мне еще раз нажать на саундпаде эту кнопочку? Какую кнопочку? Мне кажется, он уже тысячу раз замучен после тебя. Почему саундпад замучен, кстати? Не знаю даже. Ну я слышу, что ты саундпад кто-то использовал. Рома использует, а почему я не могу использовать? Потому что ты еще ребенок. Мутаха. Почему мутаха? Еще, да. Я не ребенок вообще-то. Эй, иди нахуй, понял, да, ёб твою рот. Блядь, а мы не замучены, подожди. Кто тут, Канада с кем воюет? Моей мамы. Ой, не, о, не Канада, Штаты. Штаты с Канадами, что ли? Канадами, блядь. ПВК. Канатами. Бондейдж. Опа, блядь, это скидки. Охереть, США с канатами воюют. Типа, зачем, интересно? Вроде союзники были. А все, время прошло. Мирное. Ой, где он копает? Алло, патроны посмотрим. Почему у тебя при мощнейшем компьютере разрешение, как в Майнкрафте? Я говорю, блядь, у меня на песчаных картах почему-то мыльные текстуры, блядь. Это не мыльные, это какие прям... КС... Source бета. Это как будто это Tabs какой-нибудь, я не знаю. Hot Tabs? Это Roblox. Да, Hot Tabs. Петя Базит, как всегда, ничего нового. Ну да. Кстати, сколько у вас Роблоксов? 5-10. Покажи свои Роблоксы. Я не играю в Roblox. Если ты мне дашь Роблоксы, я покажу свой баланс на Roblox. Покажи своего любимого персонажа. Переходи по стулу. Мой любимый персонаж Адольф Гитлер. Так, кстати, классный герой. Наш слон. Рыкс, у меня ощущение, что просто же с Рыксом Роблокс. Это как так и есть. Да-да, тирдаун. Да. Тирдаун. Вы чё ху... Пизда. Ладно, я пошёл. Я же не начал. Спокойной ночи. Что, опять и сваливает? Это не я. Я не услышал. Я, блядь, там выстрелы какие-то, кто-то говорит, блядь, кто-то шипит там на фоне. Не, я здесь, всё хорошо. А кто сваливает? Дмитрий. А, я думал, Матвей. Просто Матвей уже спас. Где Матвей? Никуда я еще не ушел, я вещи шкафчику раскладываю. Ну, между прочим, да. Вообще-то спокойной ночи уже давно показали. Да, кстати. Я просто взрослый, мне срать уже спокойной ночи не вышел. Кого ты пытаешься обмануть? Боже, заткнись. Он просто не знает об этой программе. Я сейчас чувствую, у нас на видосе будет снова воспаление конфликта Матвея против меня. Это не тот Матвей, если что. Да мне похер. Ну, кстати, реально. Мне кажется, ли все люди с именем Матвея одинаковые, объективно? Кстати, есть в этом что-то. Ну, реально, я что-то какого Матвея не встречал, они все какие-то одинаковые. Да, не повезло им. Тумба, ебань по нему пост. Вот у Петра благородное имя, Петр Первый, например. Российский правитель. Да. У меня вот Николай, это был Николай Первый, Николай Второй. У Ильи, ну... Не знаю, это Илья и Слейт. Бля, я не знаю, на самом деле. Илья Муромец. Илья Муромец. Да, Илья Муромец. Так или иначе. Илюша. Илюха, да. Есть вот Саня какой-нибудь, наверное. У нас на сервере?
По мне свой, блядь, хуярит. У меня есть ощущение, что у меня, блядь, ни разу ни в одном видосе не было никакого Санька. Ни одного Сани не было. Правильно. А у нас нет Александров, но на сервере нет. У меня тоже нет. Ну, у меня был говорили. Один чел в школе и все. И все. Спасибо. Все, закончились. Сейчас пойти. Кто-то тащит. Давайте реки сумерть. Походу. Это просто смычок накинул. Который скин. Блять, это наш? Блять, слава богу. Сука. Ну, блять, вот объясните мне нахуй. Вас макали же. Мне кажется, тебя свои же просто. Тут. Блять, просто сейчас вот по мне, вот то, что меня лечили, блядь, мне до этого по мне просто свой нахуярил, блядь, по обойма. По магазину, блядь. Я не пойду на том пропустану, я рот ебал. У вас 18 тикетов. 17. Да мне вообще поебать, блядь. 16. Я буду рад только с Сальёма быстрее. Давай, давай. Возрождайся, ты заебал меня. Мне насрать, что там время не дает. Хуйня. Ты может возвратишься? Шоу нахуй, блять. А где тикеты? Подожди, сколько противников тикеты? Есть. Не ебу мне лень. А вот. Ну я что-то. Ахуй его знает. Ты... Как ты вообще решил меня в койку пригласить? Чего? В койку? Чего? В койку, в койку. В койку? Зачем в койку-то? А что не так? Ты ж Матвей. Спать уже пора. Так он изменил мнение. Он переобулся. Мне кажется, Рикисон сейчас уже хотел начать стрелять. Но... По своему. Давай, 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 давай. Сука. Хоть девапайтесь. Давай гранату. Давайте камбэк начать. Ну и третий дня. Ты можешь прям на. Весь два сикета, пизда. Можешь там окоп прорыть прям на выходе. Чтобы чуи просто там застревали. Чтобы они на лагере поднимались и там же застревали сразу же. В яме в такой огромной братской могиле. Нарву, нарву, нарву. А почему? Ну это же Коля Бойко. Ну какой, блядь, да хватит. Ну давайте нарву, блядь. Давай, сейчас нарву, блядь, не модно. Пусть это пиздец. Пошел, пошел. Слава. Нет, слушайте. Никого не слушаем, никого. Пацаны, эта игра была проиграна, потому что в начале было все по-другому. Ух, нихуя. Вот да, мы виноваты, EP виноваты. Вот. Мы виноваты. Вы виноваты, я тут не при чем. Правый берите, просто вы виноваты все с нами. Правый берите, нет, все. Я не зашел так. Я схожу, тут уже голосовать. 6. Не надо на меня сказать. Я как хотел. Возьмите воздушку посередине. Какую воздушку, что ты несешь? Да ты долбоюк, что ли? А, ну. Ну. Воздушку берите, блядь, и заебаем. Хорошо, зачем? Вот здесь всегда? Я летаю на вертолете. Да, блядь, что ты летаешь, что тикток хапать даже не стаешь. Закройся.
Да Фрос, Фрос, как ты, ставить блядь. Хабы, если соплей нет? Что тут вообще я пытался поставить хаб. Я пытался поставить хаб, там целый склад рандомных чуваков. Да, брат, сейчас лад, хабил, брат, брат, ой, блядь, не могу, у меня уже голова от них болит, блядь. Чувак, я типа слился, ну типа два раза бегал, блядь, за машиной, за соплей, которая в ебенях, пытался два раза ее отвоевать, мне три раза пиздов давали. Ну типа, чувак, это типа, но... Типа... Powerful, да, это, блядь. Ну типа, типа. До нас, блядь, хуйнёй страдали, чуваки, мы просто пытались пофиксить чужие ошибки. Сейчас все нормально будет. Ого. Не боись. И ты кто? Да ты фото овощи просто, вот как вот это енот вообще тупоголовый, зачем? Ну у нас просто чуваки, да... Нормально, просто вот эти срачи, что типа хуйня произошла, а типа реально до нас там... Мне, кстати, оказывается, надо было презентацию делать. Давай я сделаю, спать, Матвей. Тебе не надо было? Да спать-то надо, в этом-то и дело, но я не успеваю я презентацию сделать. По какому? О, опять Богдан складной. Отлично. По индивидуальному проекту. Ты что, в шараге, что ли? Сука, дядя Богдан меня кикнул, я не хочу я на Хабиарце играть. Классе. А, у вас тоже эта херня, как и у нас на первом курсе была? Это пиздец. Это я тебя кто таким словам научил? В садике услышал? Это тот самый голос? Да, в садике. В яслях. Ты придурочный, что ли? В садик уже с трёх идут, умник. Он в ясных послышал. Понятно. Завали свое хайло. Хайло свое завали, старшие говорят. Хайло свое завали, хайло. С кем он общается? Не знаю, кстати. Из батери кисло. Холи. Про кисло вообще в облавоте, по-моему, нет? Иди нахуй. Первый раз, кстати, Рексон злой на видос. Смотри, мы сейчас тебе метку кинули. Заметили? Да, кстати. Он вообще злой. Ты злой? Он просто неадекватный. Да не ебёт. Он реально психи свои дома показывать будет, а не везё. Сейчас скоро так будет, как Сашко Фокин. Он же просто неадекватный, просто этот... Как бизнес зависимость. Я сейчас буду останавливать все игры. Мам, отстань! Блядь! Вот это все. Илья, у тебя еще не так? Что нахуй? Нет, пока что. Уже близко, видишь? Матюки, убийство, голые сиськи. Нет. Илья, если у тебя компьютер отберу. Кто это сказал? Что? Его уже отобрали на ноутбуке. Илья, я провод заберу у тебя. Не-не-не, послышалось. Командир группы вам сказал. Послышалось. Ааа, понял. Илья. Так, а не-не, вот эта маленькая мне нужна. Илья. Соплю большую. Бля, мы потеряли Илью. Просто быстро хабы поставим, быстро хабы, и можете идти вставляться. Имей, а, кажется, ты туда сел вообще, ты приколи. Имей, ты тут? Да, кстати. Да. Это не передвижная сопля, братан, это, ой, сопля, говорю, хаб, не передвижной, это обычный, ну, сопля. Что с шею сломал? Глаза стоит. Возьми его, тяжелое. Опять шакальное качество. Кстати, Врау, у него не только на пустынных картах. Да. Ну везде шакальное. Ну смотри, на улице. Он в Roblox играет, естественно. Сквад в Roblox. На метку движения подеть, да, короче, по-моему. И спрячь, заглуши ее чисто. Все, я спать буду, давайте. Спокойно. Спокойных сновидений. До ночи. Спасибо. А че это проснулся сразу? Он уже же младшим. Поживать. Илья, ты что, разбил клавиатуру? А меня слышно, что? Ебальник своему бате. Что это очкарик ебучий сидит рядом со мной? Это я, это я.
Трёхглазый, блядь. Так его. Ехали, блядь. Алсу, ты знаешь, что батя Кисон трёхглазый? Буду знать. У него есть еще шоколадный глаз. Я буду знать, кстати. Ты чё? Он не может врать. Ты, кстати, наврал про качество, но у тебя здесь шикарно. Да, всем кстати. Похуй. А мне? Подписчики будут недовольны. Да, кстати. Скажут, Рикисун себя плохо ведет. Два года назад он был другим. Илья уже не торт. Не торт? Да, Илья уже не торт. А куда наша вертушка улетела? Эх. Да так чисто. Блин, чтобы разбиться. Куда поехал? Ёбаный в рот. Блять. Ёбаный в рот. Ох и тип. Он уснул, что ли? Чуть-чуть. Я вчера смотрел этот «Кошмар на улице Вязов 2», там у Фредди Крюгера был тоже вот автобус в самом начале, они также хуярили по какой-то пустыне. Вот. Еще нет. Ничего, пёзнутый, блядь, что ли? Ты что? Зря вы ему руль. Причём здесь твой батя? Мне нравится. Спак, братишка, выйди со мной на секунду. Так, Спарк. Запиваем. Пересел, блядь. Какая зеленая малафия. Потом мы до карьеры бежим. Да, участок от Бруски переплочный. Участок от Бруски. Спарк, подвези соплю сюда ко мне. Сюда подвези. Враг, враг около нашего дома прям. Да, метку глаза. Вы с кого за великосов каких? Спарк, аккуратно. Своему. Надеюсь. Прямо за спиной. Прямо за спиной наш. Зани. Я не помню. А, подожди, я отбил. Зани. Че, ребят, есть? Давай, Илья, я в тебя верю. Заедем, чувак, хотя бы назад. Ради подписчиков. Черт. Вроде убили. Все правильно. Так, да, там я все заглуши, я заглуши. Это я не просмаркаюсь. Кстати, реально. Угрожаю, братан, 600 стройки и половину патронов. Кто посчитает, сколько раз Петя сказал, кстати, реально? Кстати, реально. Короче, Илья Рикисон решил молчать, в принципе, Петь можешь его заменять. Ну, допустим, озвучу действия, я не знаю. Потому я вообще английский делаю. А, да? Смотрю, демпу, да. А чё пишешь? Как раз... Какое время? Пас перфект? Разбился. Я сейчас тебе какое-то упражнение спешу. С ГДЗ, естественно. А про что речь?
Просто сиди. Хороший сиди. Про кого? Да. Кто понял? Я чё знаю, но тут кто-то какие-то вопросы нужно просто с вышки поставить. Но я не читал даже здание. Я просто с ГДЗ смотрю и их не пишу. Эту страну ждет большое будущее. Ждите меня в депутаты. Давайте, погнали, ребят. Депутаты Хамида. Министерство иностранных дел. Ну можно и так, вся моя семья осталась. Что так медленно бегаешь? Он специально. Наверное. Бля, под пулю лезет. Да, кстати. И снова. Кстати, ранее. Я не могу, а выиграю обязательно. Я ведь так все знаю. Что-то у меня ощущение, что сейчас Иришку подобьют просто из какого-то угла, и он даже не поймет откуда. Как это обычно и происходит. Бываем. И что дальше? Они прям там. Там. Че, срывает нельзя из-за войны этой? На нас все что сидят? Не знаю, я что плохо как-то получается пока что. Нет, может, дальше. Не вертолет, что-то. Человек нас покидает. Че, вы остановите меня с Рикисоном в одиночку, что ли? Ну, походу. Пиздец. Пока что нет. Ползет. Давай сейчас я возьму тебя.
Можете похилить? Все, давай, суть, забей, забей, а там уже все хватит. Опять кто-то ливнул. Я не слышу, когда из Discord кто-то выходит, потому что у меня режим стример включается всегда. Нас все меньше и меньше с каждым разом. Спасибо. Блин, я надеюсь пройти хотя бы хаба ста, чего мы тут так разжимаем. Не, я до сих пор не слышу, почему я молчу. Он с той стороны ведь должен быть. Мне кажется, он... Как вот выглядит, дурак? Просто строил планк. Может, он был гуртит? Противник слева. Может быть, кто его знает. Вот я сижу. Ну как перестать бугурить? Да. Да, все, отреагируй. Понял. Я слышал шаги, так что... Никак. Да, я слышу. На, смотри, он тебя забыл. Спарай, ты можешь пешком отсюда побежать. Давай пешком, аккуратно. За меня стреляли, аккуратно. Да. Ты хотя бы скажешь, когда ты будешь уходить, то мне страшно будет оставаться один на один с Маньякичем. Скажу, да. Но я попозже пойду. Хорошо. Это просто забавно, как видос начинался и как он заканчивается. Да, все реально сейчас. Начинался спор, просто ничего не разобрать, кто говорит. И сейчас вообще полное молчание. Я аннигилировался вообще. Неизвестно, кстати, почему он молчит. Он в муте, нет? Он в муте, да. В полном? Да. Нет. Просто не всё в он нас слышит. Да. Нормально. Да, кстати. Это враг, Кисон, стреляй. Так, что-то едет. А что, вертали всё-таки полностью? Но он вышел один на один с челом, его убили. С стороны глаз едет. А зачем вертал ставить? Нет, нет. Не, они уничтожили. А, значит они хуй, значит летит, что полиция быстро, но они разбились. Так что ты еще не бывает. Тавры. Один тип прибежал, тут больше никого нет. Шо? Дайся. Там артиллерия просто стреляешь. Я миномет услышал вражеский поход. Ля, на нас же навестись могут. Вы дырите эту точку, мы в принципе на замок даже идти не будем. Противник бежит нам. Метка глаза противника. Заходит к нам под забором почти.
ты свои поставил. Прикольно. Сейчас мы можем по этому хабу встать, если я найду минометы. Есть кому встать сюда? Я там третий вроде меток накидал. Это не... Не-не, в другом месте. Короче, наша задача дефать эту точку. Мне кажется, Илья зря за склад деньги отдал. Почему? Ну, я не знаю, как-то очень долго и реально, ну, в плане долго и ладно, но просто нет вообще никакой динамики. Он уже минут 20, наверное, в этом здании сидит, чекает что-то. Ну, это может у него пароль позиция. Нет, склад интересный играется. Кода со стока уже с забором. Я имею в виду, если бы комьюнити было чуть получше и попроще. Уже залетает беттера и пехота. Да, вот как будто бы здесь онлайна хочется побольше и... Было бы еще что-нибудь со Второй мировой, еще была бы имба. А, вижу. Реально. Какая-нибудь высадка нормальная. Высадка нормальная, бои там нормальные. Ардены. Немцы против Мерфоса, например. Что-нибудь такое было. И пехоту можно. А то тут все современщик. Ну, пошло. Я воюю против русских. Редкий чашек много. Да, денег на крышу уже. На крыше. Я на крыше. Прям на меня противник. Здесь, мне кажется, очень интересно свою команду собрать себе полную. Без рандома и ходить его за мной. Ну, это прям сложно, потому что нужно больше человек, чем в команде. Потому что да. Всегда кто-то не может. Нужно вообще в идеале просто 50 идеальных человек, которые все, ну, не то, что всегда готовы, но все позитивные, все хотят играть.
Да. А у нас даже в Valorant 5 человек не набирается. Не знаю. Чё-то не умер, не прёт. Не, я тут нормально гасит вообще.263 тикета, ёбаный. Илья, ты скоро проиграешь? Когда я скажу, тогда я проиграю. А чё ты решил с нами пообщаться, ты молчал? Все нагрузки. А я с тобой общаюсь, со своей шизой общаюсь. Это ты правильно. Это так называется теперь? Так скажи, мне сейчас будет заменитель подставил. Аккуратненько. Люблю аккуратненько. Ну, конечно. Уже в триггере бегает спокойно, мужики. Как так-то? Как допустили такое? Интересно, здесь реально, ну, типа, плюс-минус совпадение по улицам, как в Нарве? Убираем. Ну, может быть. И вообще, интересно, это Ивангород или все-таки Нарва? Просто есть же два Челикса, они даже на этом сервере есть, они там живут. Они могут к своему дому подбежать, интересно? Не, прикинь, реально угарно. На первом этаже живешь, ну, и дом в игре это существует. Подбегаешь к своему окну. Это ломает четвертую стену вообще напрочь. Ну, правильно. Вот, типа, когда на дастике, на миражике бегаешь там... Ждите, просто ты... А тут куда к своему окну подбежать? А ладно, на карте посмотри, понятно. Ты мы это не срали, как сейчас Илья сдохнет и по карте, да? А, семерка стоит. Ну все, значит, это Ивангород. Это моя семерка. Бля, покажи, как это было. Ой, четенько попал. Он специально не показывает. Он нас не слышит. Я посмотрю, у него есть такой метр? Блядь, кто побежал-то? Ну, Илья. Илья, у меня спецзадание. Нам надо от меня. Посмотри модельку машины поближе. Ну, пожалуйста. Да. Пусть воюет, у меня сейчас война. Да, тут нет даже полей. Тут вообще ни до чего, я смотрю, у него, блядь, целый напряженный бот. Не знаю, сколько он будет проигрывать, конечно, это все. Посмотрим. Ну, пока не успел. Ну, есть такое еще. Бля, у нас там демкит поменял. На открытую местность перебегает. А, это наш. По-своему. Пошел, пошел. Работаем. Просто если технику умеешь, достаешь его. Хотя гранату прокинуть надо бы. Нормально. Ну, это надо
давление. Для профилактики. Да-да-да, для профила. Бля, Илья так нежно общается с тиммейтами, а нас вообще хуй забил. Заходи. Мы для него никто вообще. Зазвездился. Пишешь меня. Да пипец, блин. Что я сказал? Что ты ко мне прислал, я не пойму. Кто? Бля, у нас еще кто-то в дискорде есть? Да. Сколько у нас человек? Четверо. А, у меня кто-то в муте? А кто четвертый? Походу. Тоже Илья. Да, ну-ка, сейчас проверим. Я, у меня была громкость 20, но теперь я сделал 100. Но все равно не слышно. Так он не говорит ничего. Да? Тайминг. Я просто думал, Петя сам с собой общается. А, думаю, он да, таким промышляет. А, ну вот сразу. Ну, это он так думает. Что-то едет с востока. Ничего. Все нормально. Пять с духами. Это наш. За что ты пропал? Там делают. О, семерочка. Понял. Рассера по мне стреляют. Я бы тоже по тебе стрелял. Как с моего отряда, слышите меня? С моего отряда. Да. Метка бегут, типа, и очень много с хаба. Тут нельзя, типа, поменять частоту там выйти на вражескую. Парочку человек. Что? Илья, зацени приборку. Если вон стоит техника, метка движения. Он сегодня не в настроении оценивать приборку. Метка движения. Я хотел просто узнать, насколько круто здесь. Не все проработаны. Это мне на самом деле это не важно, не нужно, просто мне интересно, сколько проработано. Важно, сейчас посмотрим, что на карту. Опа. Не прям мне сегодня типа везет на классные карты. Подожди, можешь отмотать чуть-чуть, пожалуйста? Тут с востока пехотка. Там просто, я не пойму, это Ивангород или Нарва? Все-таки. Где река? Илья, пожалуйста. Если ты нас слышишь. Печи надо отменять. Ты можешь карту вот отдалить, насколько вот возможно? И все. А. Блять. Ну не важно. У кого? У меня плохо. Это все-таки Нарва. Но там есть чуть-чуть Ивангорода, в принципе. А, мне нормально слышно вообще. А, получается, вы защищаетесь, а они нападают, точно. Получается. Я просто думал, что, типа, происходит вторжение на территорию России, и, типа, русские защищаются, а они нападают, а нифига. Хотя это было логично ведь. Да. Если кого-то убили в триггере, видите много пехоты, просите фаертима, чтобы дать метки. Либо скажите, я получу. Там мне тигр стоит вражеский. Оставались. Есть небольшая проблема, я ее только что обнаружил. В общем, видос идет уже 49 минут. Я думаю, что мы будем его заканчивать, потому что иначе это будет слишком долго, ну типа, камон, ну блять. Целый час нет. Почти. Мне не нравится. Какая проблема? Чё? Ну, так я могу другой начать. Будешь снимать, сколько я захочу. Так я сейчас другой начну видос. Сразу. Всем срать. Ты будешь этот продолжать. Ладно, пошли в точку. Всем пока. Так, пока.